Здравствуйте, дорогие мои друзья волокжане из фитнес-клуба «Мегаполис». Я, российский Дед Мороз, приветствую вас из самого сердца 22-х зимних Олимпийских игр, а именно из Сочи, из Олимпийского парка. Я передаю вам свой большой морозно-солнечный привет. В эти дни, как никогда, мы должны помнить, что мы одна страна, мы одна команда. Поскольку наши мальчишки и девчонки, наши олимпийцы, в эти дни нуждаются в нашей с вами поддержке. Только когда они почувствуют нашу любовь и наше внимание, они смогут преодолеть все страхи и забраться на пьедестал, установить новые личные мировые олимпийские рекорды. Так что смотрим соревнования и болеем за нашу команду. С олимпийским приветом, ваш Дед Мороз из Сочи.